Ладно, давай. И продолжаем смотреть Аматорку, 15 сезон, второй раунд. Столкнулись команды In The Flame и Luxury Basewood. Был уже пик, так что мы сразу на лупик. Начнем быстрее. Ну да. Тут Omni-Knight. Omni-Knight. Заехал. Тут не то, что Omni-Knight, смотри. Урса, Некрофос, Эмбер, Омник, Венга. Жуткий пик, куча подхила, сильный дэмэдж. Что это? Собака расстановка будет? Некр оффлейнер, что ли? Его поставить соло против Лондруида, да? Возможно, соло против Лондруида с каким-то суппортом любым, хотя и он ему не нужен. Смотри, я придумал, это old school, прям играем даблами. Некрофос в миде, Эмбер Керри фармит вместе с Вингой и Омник с Omni-Knight. Ладно, я молчу. Верно. Теория вряд ли. Вряд ли получится. Так, проще, можем сразу начать. Давай я начну с команды LB. Пауза, парни, ну, что такое? Сразу, минус два героя. Приостановим тогда отменение команд. Да подожди, это уже у ITF, старая добрая, Лондруид Джиггернаут. Ну да. Вместе с двумя довольно сильными саппортами и деспрофиткой в миду. Да неплохо. Только я вот не вижу какой-то такой глобальной стратегии, много соло-спылов. Стартап просто подавать всего противника? Возможно, так и есть. И кинула Дингодила. Как Дингодила нет, там уже команда Бенинка и ЛХФ, все дела. Ты вернулся. Так, где наш Дингодил? Ладно, лучше пока. Пока можно подумать как раз о расстановке. То есть, если некр пойдет в оффлейн или ставить соло против Лондруида, ему плюс один любой суппорт, и они этого Лондруида смогут. Не успел я договорить. Живой? Вернулся? Да. Все, ладно, смотрим. Это проклятие второй карты. Видимо. Пока я тут подумал о именно расстановке линии. То есть, если поставить соляного Некрофоса против Лондруида, то ему любой суппорт, та же Венга, и они смогут хорошенько этого Лондруида унижать. Да. А Омник с Урсой? Не то чтобы супер нафармят, но хорошо отстоят свою линию. Есть подхил, есть замедление и так далее. Ну, лучше Венгу тоже трипл отправить, потому что их там убьют. Ну, мне так, я так подумал. Убьют же их двоих. Трипло, если только это будет трипла, пока вся команда ITF идет вниз. Собираются отжать нижнюю руну. Видать, и рассчитывают тепла на замес. И тепла это вот у нас у LB. Они все идут в пятером наверх. А тут вчетвером смока хотят драться. И, к сожалению, ничего не обнаружат. Ни одного игрока в своем лесу не имеет команда Radiant. А, тут, кстати, смоке также LB. И они могут найти Лондруида. Он палит медведям подходы, но тут будет смог, на него не осагрится. Если только сейчас не понял, потому что он во что-то врезался. Нет, не понимает, сейчас умрет. Не понимает. Так. Спалился Урса первый. Ну как? А Венга-то далеко. Хотя... Венга, где Венга была? Она походила вот так вот сверху. А бешеный МС к Лондруиду ходит. Кстати, походу понимают, что Некрофса лучше оставить сложный, чтобы он стоял. И то, тоже ITF Dodge так вести и пойдут трипло и сложную, а на топе будет стоять один Лондруид. Скорее всего, сейчас Некрофс тут отстанется, а Урса с саппортами пойдет стоять, выйти и драться. Ну, пока сейчас действительно все так и выглядит, что у него будет трипла в харде с Некрофосом, а Урса будет соляного. Только Урса сейчас пойдет на триплу. Пошли. Нет, пошли, нет, да. Пока единственное, что можно сказать, что Эмбер будет стоять тяжеловато. Все-таки против Деспрофитки с ее сифоном, задувкой не спасет щиток Эмбера.
Ну, немного спасет. Ну, секунды на три. Может, даже на две. Но тоже так вот можно сказать, то, что, по сути, Деспрофит контрит Эмбер, потому что он моментально сбивает щиток. И Эмбер контрит Деспрофит, потому что он щитком блокирует весь урон Деспрофит. Это так. Ну как весь урон? Задувку он блокирует. Уже хорошо. Уже вгрызлась в него с сифоном и отъела у него 150 хитпоинтов. И вот она, трипла на триплу снизу. Леон уже в кустах, Леон ждет. Сейчас, конечно, сегодня на начальный экшен. Верно. Сейчас, конечно, на первом уровне какой-то жесткий фраг они не сделают, потому что есть подсейф Атомника с одной стороны, и с другой стороны есть, ну, только Апаришин, который выучил на первом уровне Челентач. Не смогут пока. Как сказать, Челентач, что больно. Больно, но можно будет уйти пешком. То есть Урсу подскилят там, подсейвят немного и пешком уйдут. Ну как пешком уходить? Хикс 2,5 секунды все-таки. Тут можно, если подставиться. Не, не верю. Ну, давайте, покажите. Урса, подойди и продемонстрируй. И, видишь, Урса не подходит, тоже боится. Боится, согласен. Вижу, у Омника хил, был бы репел, тогда да, с хилом нет. Репел будет довольно скоро, здесь сейчас появится спаун, сделают отвод и будет уже репел. Хотя даже этого, наверное, не дождутся. А, это их вар, да? Да, они уже себе поставили сентряк и снесли. Кстати, в миде, протел Эмир Спирит и выживает на 7 хэдпоинтах. Расчетливый? Слушай, наверняка знал, я считывал, что 7 хп останется. Ну, тому, кто его сейчас контракт спал флеймгвард, он его подрубил и поэтому выжил. Ему надо было на третьем сразу второй выучить, потому что эти 50 урона впитывания у Деспрофитки уже просто задушка больнее. Ну, выжрал и бросал. Ну, очень-то там опасно. Здесь, кстати, попытались во второй раз команда Атеев заблочить спаун. Но все видят, все читают. Смысл? Если уже разблочили. Вот же. А, может, они первый раз не блочили, а просто заранее поставили сентрик тут LB? Не, они подблочили вот... А, вот, это вот, новый вард, вот здесь, да? Был вард, да. Где-то вот... А, подожди, вот здесь же был вард, точно, никакого блока. Что-то я этот... Короче, ладно, не суть важная. Там, кстати, просел уже серьезный медведь, в смысле суммон. Так, некросы... этот 1% уменьшения хп, это не крафос, а, это жуть. Некроз же жжет в процентах, и медведь, да. Жутко больно. Считай, ему там в секунду по 18 хп жгется. То есть все продумано, это изначально так пикается. Некрофос четко. Теперь самое главное, чтобы Фанай. Урсевич хоть что-то нафармил, потому что без фарма выйдя, он ничего особого не сделает. В то время как Джаггер с фейсбуцами просто закрутится. Ну, судя по крипстатам, он уже просил. Войнухи пока выигрывают ITF полностью. Все три. Верно. О, господи, какие крипстаты! Бешеные. Ты посмотри на это. Они вообще не дают команде LB хоть что-то сделать. Здесь 7 крипов у Некрофоса, хотя они стоят соло 1 на 1. А как так произошло вообще? Это загадка. Возможно, это проблема Некрофоса. Может быть, он неаккуратно играет и не добивает крипочка. Да, он не добивает крипочку под тавером. Тяжело ему. Ну, тут, кстати, сейчас просто тавер вот неудачно пробил тычками там. Катапульт вообще без шансов было, там пару кубов. Урса выходит на Джаггернаута, оставил ему пол хп, но нет, продолжения не будет. Хотя Леон подходит, есть подхоп, есть хекс, вешается на дрипел. Помнинает, на него повесили уже замедление, сжигание, и вместо того, чтобы убить Умнинайта, потеряли Эйшена Паришина, но убрали Урсу. Кстати, также ландрует, у него прохнули корни, и он убил Некрофоса. Бедолага Некрофос. Кстати, в миду невероятно тяжело стоять Эмбер Спириту, он до сих пор третий уровень. В то время как Деспрофитка шестой. Сила Нухи просто проиграна в салат команды LB.
Теперь нужно отыгрываться, нужно хотя бы пару фрагов это сделать. Ревейшится репел на Урсу, он идет вперед. Урса видит здесь Леона, можно его замедлить. Нет, замедления пока Урса нет. Ревейшится стан в Леона, еще надо сдать ему тычку. Леон будет ли подкоп? Подкопа не было. Джиггернаут заходит, начинает крутиться. Урсе очень больно, он сейчас замерзнет, замерзает. От Колдфита остается еще пару тычек, но сам Урса на развороте убивает Апаришина. А их и Джагу могут заковырять. А нет, прогрызается. Стана нету. Хотя, если удачно дать хил, если удачно хил, оп, да тычка вали, молодец, умнинайт, расчетливый. 6. Красавчик. В итоге минус 3, да. И уже вроде как не так плохо-то стоят на линии. Здесь Грыз, здесь Фэмбер Спирит, это с профитка, осталось у него 200 хп. Фраги фрагами, а на 6 минуте 2000 преимущества ITF имеют. Деспрокс, ты хочешь зайти в спину у Эмбера. Эмбер вешает на себя щиток. У него щиток впитает 200 дэмэджа. Тифона. Нет, не достанет. Кстати, краба играет через первый третий, да. На 7-м левеле ничего больше не берет. Ни сайленса, ни ульты. Пока, видимо, не особо смысла. Можно было подпушить. Хотя, соглашусь, верно. Включив ульту, она бы могла уже надамажить тавру, потому что Эмбер здесь стоит и ботл у него пустой. Ну, я без тавра уже стоял там 500 хп. А сверху у нас вообще... Лон Друид, кстати, видел? Второй фраг сделал на некрофосе. Да, и пол, сейчас ставишь ничего. Да. Нельзя так пускать Лон Друида, это... Сюда ТП от некрофоса, у некрофоса есть алтимейт, но он даже не думает его использовать. А мог же, мог! Боюсь, не добил проблема? Бы. Он, кстати, выкачал в троечку хатстопер ауру. Ох, чтобы хоть как-то стоять на этой линии, чтобы он пока проседает. Хотя он имеет самый топовый крипстат в команде. 13 крипов. Да. Ты чувствуешь, когда топовый крипстат команды 13 на 7 минуте. Верно, это как-то не очень-то здорово. Когда у твоих противников по 33, а у Лондруида там почти полтинник. Ну смотри, на самом деле он мог тогда с ТП забирать, если бы пошел до конца. Пошел бы, дал бы первый, дал бы ультимейт. И да, понятное дело, он его, скорее всего, не забрал так, но дальше... Не прохнули бы корни, он бы в это поверил, еще, может быть, дал бы первый, хоть супер ауру и прожег, тысячек бы он давал, и, скорее всего, забирал бы. Ну вот чего-чего он испугался, так корней. Он уже видел дважды, что корни умеют, имеют кстати, место прокать. Кстати, в миде нападение. Миду, верно, надо с профитку. Без профитка двоих отжирается, Эмбер умрет ли, умирает, здесь еще также Венга, еще буквально тычку, даже она была не нужна, Сифон делает Помер. Свое дело. Ну, вовремя подоспел аппарат. Повесил чинг-тач и просто никаких шансов. Там чины не прокнули еще, они по крипам ушли. Вот рядом было два крипа и деспрофит. И чины, разумеется, по крипам, и все. Минус. Два героя. Невезение. Невезение для Ember Spirit, да вообще для команды LB. Ну везет, конечно, сильнейшим. В этой катке, по крайней мере, точно. Ну, реально, по крипам вообще ITF просто овни. Вот, понимаешь, я думаю, ты прав, потому что сейчас медведь отправил своего медвежонка на некрофоса, тот подошел, дал тычку и корни. И просто некрофос потерял 300 хп. Еще раз корней. Корни. Корни. Еще надо 2000 дать. Давай, медведь. Молодец. Видел. Еще по винге корни. Давай, корни, медведь. Еще приходит Урсевич, он юзает свою форму, юзает также страх, Винга остается с мало хп, медведь не прокает корни. Сам он еле живой, прокает теперь на Урсевича, еще надо дать 2000, так, получает стан медвежонок, его сейчас пересамонят, Урса идет дальше на фейсбуцах, у него есть хилочка. Давай, корни. Нет. Давай. Корни. Ай. Умирает. Как же у него два раза подряд по некрофусу. Он слишком профессиональный. Это была жесть. Да, по винге, конечно, не прохнули, но это был бы уже перебор, реально. Пэш, тогда бы реально можно было кричать, что куплено. Все куплено. И так куплено, это просто у винги больше проплачен аккаунт. Возможно, компендиум большего уровня. Да. Кстати, нанизу пропушили уже Джага с ультой Деспрофит. На спорт, там уже ДТ-2 дошли. Начинают его пробивать. Так, и макаром это 2 можно потерять. Хилингвард стоит. Пуш идет.
а дефать нечем. Немного испугались Урсевича, который пришел, но здесь сейчас теперь четверо и 4 на 4, но я бы сказал, что ITF бы выиграли эту драку, даже без ультады с профитки. Ну, если не пойдут драться, он дружит еще Т2 на топе. Нет, не дойдет, не успеет. Ну, понятное дело, сейчас ITF как-то будут пытаться кайтить, что ли. Но если надо будет, они могут пойти вот подраться, покайтить. А это они делать умеют, как мы уже видели по ландроиду. У него 70 крипов уже. Он богат, он пилыв наделал. Он уже с мидасом, фейзами. Я даже представить не могу, какое он сейчас получает удовольствие, когда ты на 12-й минуте, у тебя 75 крипов, 4 фрага, и все, зашибись. Да. Здесь миду, выход на Эмбер Спирита, он успевает уйти. И он уже бежал, готов был копать. Вот так Некрофос не развалил его на Нине. Но я не ожидал такого, на самом деле. Некрофос должен был выигрывать лайнуху, по идее. Видать, у друида сразу начали корни прокать. Да, походу. Я Паришин пошел подвардил его, нашел тут Урсевич. Так, курсы вообще ничего, не одни фейзы. Базилка, Ring of Regen. Скорее всего, Владимир валит потихоньку. Ну, естественно, Владимир, но пока он его сварит... Строн упадет. Да, что там... Ну, у Джаггера тоже не особо много, хотя Квилла, барабаны, фейсбуцы, тут уже больше 100 дэмэджа и 1000 хп. Кстати, стягивается ITF на топ, будет тут пушкать, есть ульта у Банши. Есть Вейл в Дискорд у него, кстати. Ну, тут, да, тут в Дискорд круто. Под Апаришина, под Леона, все заходит. Да и Джага даже крутится. Верно, маг дэмэдж, там одной крутилкой можно 800 дэмэджа нанести. Поэтому, да, в этой игре я говорю, да, в Лоу Дискорд. Заходит в спину Лондруиду, Некрофос. Будет останавливать его своим алтиметом, но нет, продолжения даже не будет. Беги, Некр. Беги, Форс, беги. Я думаю, если после такого... Которому пробуют корни. И вот действительно, после такого я бы просто, играя на Некрофосе, сказал, это не моя война. Я в ней участвовать не собираюсь. Эти арканы он тебе покупает? Ну, не знаю. В этой ситуации ПТ-шку, потом сразу Огрфлап, Брайсер, все что угодно на ХП. Кстати, в медле была стычка, пытались забрать ITF башню, но не смогли. Здесь захиксили у нас Урсевича, идет ульта Паришина по четверым, но не по Урсе. По троим. Да. Инга отошла вовремя. Будь ли продолжение, Деспрофит идет вперед, у нее есть альтимет, она вгрызается в Веджифул Спирит. Пинга или живая еще подкопали Урсу, Леон, отличный подкоп, и Фингер оф Дес прямо по лицу влетает Джаггернаут, дает свой ульт по двоим, уже убили. Дальше Эмбер Спирита, погоня за Оминайтом, Оминайт еще жив, надо дать буквально пару тычек, и минус Оминайт, остался Некрофос. Да, Некрофос. Дает свой ульт, и не убивает, тоже, потому что там был хил. Нет, убивает, отлично. Хоть что-то, но сам умирает. Как? Он там под флаской и под фильм гвардом бежал. Недостаточно быстро регенился. Я что-то думал, что он должен выживать. Видишь, хилинг гварда тоже в процентном соотношении регенит, а у Джаггера 1000 хп. Да. Все равно 12 тысяч уже выигрывают ITF, даже так, и это очень существенно в 14 минуты. Это не просто существенно, это, ну нифига ж себе. Особенно с учетом того, что и пик, по сути, выигран у ITF, ну реально, как герои такие, комбинации очень мощные, на пуш. Вот так, все именно в пуш. Все хорошо, и ты пушишь, то это вдвойне хорошо. Он уже 3400 на руках, уже почти сакрит. Будет очень быстрый радик. Ну, очень быстро, я бы сказал, это минуте на 12, а так быстрее обычного, да. Тяжело он будет. По дефолту мы видим его на минуте на 20. Да, поэтому вот сейчас он очень быстро будет. После мидаса, после фейзов, это же обычно вот такие вот с обычным спагом. Ну, у него на себе Транквилла, на Медведе фейзы, Мидас, он на Феном Лайтстоун, это очень хорошо. Да, у него уже общий нетворс 9000. От
Кстати, снизу стычка, Деспротика приходит, грызается Сифоном, Гусевича, Урса еще живой, вешается ульт Омнинайта, будете продолжение, Джаггернаут крутится, Омнинайт бежит, пытается убежать, но не получается, дальше грызается перед Сифоном, также грызает свой ульт Деспротика, погоня Урса за Паришином, но Урса убивает быстрее. Остался в живых Минга? Нет, уже не в живых, Джаггернаут ее добивает. Джагг сейчас фейзы, наверное, диффуза сразу купит после барабанов. Скорее всего, подходит под этот пик. Аппарат сейчас, конечно, он не так завершал, но мало ли потом можно и встрять. А сейчас он сразу сможет снимать этот надоедливый ребел. Нет, я ж пока дефолтную купит манту себе. Решил не спешить с диффузами. Ну я не думаю сейчас. Ну. Сейчас купит манту, и пока КДшится ультимейт Омника, он уже соберется. Может быть, так и думает. Аппарата полагонима. Да, то вот ты представь, 17-я минута только. Когда будет агоним, будет очень больно. Некрокс ничего не сделает. Урса до сих пор без Владимира. Это второй нетворс команды. Очень маленький нетворс сейчас у LB. Я не знаю, как выигрывать этими героями без закупа. Соглашусь, смотрю на Эмбер Спирита и 3800 нетворса. Ничего нет в инвентаре. Все очень плохо. Да, он еще без траволов, он... А, ну он и так не купит, он Ring of Health, он сразу будет БФ делать. Будет перемещаться на карте с телепортами. Это очень как-то... Планирует он, что нафармит БФ, а потом быстро выфармит тревела. Но с 4000 нетворса далеко еще Battle Fury. Очень далеко. Кстати, Радик появился на Лондроиде. Сейчас можно идти и заканчивать. Все, смотрим на медведя, смотрим на трон и ждем, когда он окажется около него. Ну, сначала Аегис. Вот, ITF уже подошли на Рошана, фармят Аегис. Лондрид в это время подпушивает лайны. А кому отдать бы Аегис? Джиггернауту, наверное. Ему важнее. Лондрид выживет, он очень толстый. Ну и даже если он поднимется, медведя уже не будет. Хотя... Не, наверное, все-таки медведь оставит. Сейчас увидим. Конечно, команда LB ничего с этим не сделает. Им даже туда заходить не надо. Лучше пофармить. А, они собираются вместе. Втроем уже. Даже вчетвером. Не, поздно. Поздно. Да, Лондроид забирает. И сразу смог. Надо на базу валить. На базу. В принципе, с базы можно кого-то свапнуть, как-то зафуктить через ульт Некрофиса. И так как-то камбэчить потихоньку. Владимир Урсы. Не то, что ждут от Урсы на 18 минуте, когда проблемы от Урсы ждут каких-то вот конкретно. Эмбер получает Сален, за ним погоня, нужны корни от Лондруида. Корни прокает, нод нет. Отпускают. Вообще ничего нету Эмбера. Тут не знаю, стоило ли сейчас БФ выходить. Купить фейзы, барабаны уже в такой ситуации какие-то, чтобы хоть как-то драться. Ну, с персиверансом он ничего не делает. Вот бегает тут на хосте. Нашли Урсеевич, он пытается убить Джаггернаута. Джаггернаут выходит в разводку. Вот надо было давать Аеги Джаггернаута, потому что он умирает. Здесь ульта Паришина заходит по двоим. Подкоп Леона сейчас должны убить Омнинайта. Уже убили Омнинайта и добивает Урсеевича. Дальше продолжение. Минус Урса, минус Некрофос, минус все. Потеряли Джаггернаута. И тот бой выехнулся. Да, демедж лютый заходит, конечно, сейчас от Радика, очень больно. Саппорты просто сгорают, Деспрофит просто бешеный ауе демедж. Там палец Леона куда зашел, я не понял. Палец Леона? Вембер его дал щиток, что ли? Может быть. Потому что Омнинайта они вроде добивали с руки, скорее всего Вембер Спирита. Да, то я смотрю, палец вроде залетел в кого-то, а демедж никому не нанес. Ну и на 20-й минуте теряет уже линию команды LB. Ну, это закономерная ситуация. То есть, если ITF сейчас продолжит, то еще буквально 2 минуты и пойдет вторая линия. Да, Аегис все еще есть, также появляется Владимир на Лондроиде ответный.
очень быстро фармит Лондроид. И сейчас у Апаришина 30 голды до Аганима. Ему даже крепочку оставили. Ну все. Все, он может стоять на базе. Ему даже не обязательно приходить в замес. Да? Не, ну если хотя выход ему сверху, попытались поймать Джаггернаута, подкоп по двоим просто шикарнейший. Саленс по троим от Деспрофитки. Должны забрать Эмберспирит и его забирают. Минус 2. От команды IT. БКБ на Деспрофит, чтобы просто идти уже и ничего не бояться. А демеджа физического там нету. Корни. На Некрофоса, подкопа Некрофоса, еще тычка, все убивают. И дальше Урса, его пытается закрыть Джаггернаут, Джаггернаут закручивает. Некро думает уже, когда это кончится. Да, при просто такой игре действительно уже надо было ГГ писать. Хотят еще поиграть. Тут уже реально нету шансов. 5 героев команды In the Flame выше по нетворсам, чем 5 героев команды Luxury Basswood. Вот ты представь, Apparition имеет больше денег, чем команда LB. Один Apparition, чем любой из команды LB. Есть ульт Apparition, залетает по троим, их уже никак не выкинет. Джаггернаут раскручивается, поймали также уже Урсу. Мы должны быстро разобрать, да, Деспрофит его добивает. Идет дальше, одна в троих дерется, ей уже все равно. Приходит Apparition, забирает Vengeful Spirit, Silence, Деспрофики потрясающе по двоим. Finger of Death'ом добивают также Эмбер Спирита. А в это время снесли в сторону. Ну. Я посмотрел, у Андроида денег больше, чем у всей команды LB. Так, давай прикинем, 11, 12, да, 14, больше. Примерно. Так... Я больше читал. И ну, GG пишет команда LV. Ну да, походу ГГ. Слишком было легко для команды IT. Перепикали, отлично поставили линии и просто лучше отыграли. Несмотря на то, что один раз в начале они все-таки фиданули, когда отдались втроем на своей харде. Да, тут чисто на скилле взвалили лайнухи снова и пошли задавили с Лондроидом и Джагой. И Деспрофитом. Жесть. Такое уже, знаешь, складывается ощущение, что это кто-то под фейками играет. Кто знает. Надо потом будет посмотреть имена казахстанских профессиональных дотеров.